Уважаемые друзья, прежде чем перейти к самому ролику, большая просьба в комментариях под этим видео поставьте цифру, до какой минуты или секунды вы досмотрели этот ролик. Заранее спасибо и подписывайтесь. Поехали! Реал проигрывает Барселоне со счетом 2-3 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Ссылка на испанский чемпионат на подробнейший ролик вверху вашего экрана. Перейдите, обязательно посмотрите. В этом матче в составе хозяев забивали Карлос Казимира и Хамес Родригес. У гостей отличился Иван Ракитич, но главным героем Эль Классика стал Лионель Месси, который на 33-й минуте и на 92-й принес победу Барселоне в важнейшем противостоянии с Реалом. Кто знает, быть может, этот матч и эти голы решат исход чемпионата Испании. В чемпионатах Испании команды встречались 174 раза, Реал выигрывал 72 поединка против 69 у Барселоны. Месси оформил дубль в нынешнем матче, побив рекорд Ди Стефано по количеству мячей в Эль Классика в чемпионатах Испании. У Ди Стефано было 14, у Месси стало 16. Роналду в 27 матчах отличился также 16 раз. Лионель Месси, забивший победный гол в компенсированное время во втором тайме, этот гол стал 500-м для аргентинцев в составе синегранатовых. «Считаю результат справедливым, мы превзошли Реал в этой встрече», сказал после матча защитник Барселоны Жерар Пике. Ну и, конечно же, Жерар Пике не обошел внимание тему судейства. Это чистая красная карточка для Рамоса. Рамос ему ответил: «Реал – это не Барселона, где всегда говорят о судействе. К решению о моем удалении мы отнеслись с уважением, хотя это было несправедливое решение», – сказал Серхио. Но вернемся к герою нашего матча и этого ролика – Месси и его 500 голам. В чемпионате Испании аргентинец забил 343 гола в 377 матчах. В Кубке Испании 43 мяча, в Еврокубках 94, в других турнирах 20. За основной состав клуба он дебютировал, напомню, 16 октября 2004 года в матче с Эспаньолом, а свой первый гол за синегранатовых забил 1 мая 2005 в поединке с Альбасете. Главный тренер Барселоны Луис Энрике после матча Реал Барселона назвал Месси лучшим футболистом в истории. Так ли это? Оставляйте свое мнение в комментариях. Также не пропустите ролик, посвященный 100 голам Роналду. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.